Топ-7 эпатажных детей знаменитых родителей, которые доставили им немало проблем. Лидия Чистякова – дочь певицы Глюкозы. Лидия любит экспериментировать в своих образах, часто меняет цвет волос и носит пирсинг. Чистякову уже дважды отчисляли из школы за плохое поведение. Было дело, что Лидия курила в школьном туалете. Глюкоза во всем поддерживает дочь и даже попросила установить в школах места для курения. Мнение певицы возмутило многих жителей России. Ксения – дочь футболиста Вячеслава Малафеева. Девочка потеряла маму и растила ее мачеха. Рано Ксения захотела взрослой жизни. В 16 лет стала жить отдельно от отца. Без родительского контроля стала много себе позволять. Дело дошло до того, что Ксения была задержана сотрудниками полиции за распространение запрещенных веществ. Вячеслав отправил дочь на лечение, реальный срок она не получила. Ольга Бухарова, дочь телеведущей актрисы Ларисы Гузеевой. Ольга ведет эпатажный образ жизни, постоянно перевоплощается в различные образы. В подростковом возрасте отказалась ходить в школу. Ариса перевела дочь на домашнее обучение. После школы сразу не пошла учиться, решила сделать перерыв. Несмотря на то, что Ольге уже 21 год, она продолжает удивлять своим поведением и внешним видом общественность. Сама же Гузеева признается, что разрешает дочери много. Она поддерживает ее во всем и не дает в обиду. Денис Шальных – сын актрисы Елены Яковлевой. Денис, будучи подростком, увлекся татуировками. Сначала сделал одно, а потом его было не остановить. Теперь на теле Шальных практически нет свободного места. Яковлевой с сыном непросто, цели у него нет. Ни в одной профессии он не смог себя реализовать. Получать образование Денис не стал. Женившись на журналистке, он скандально развелся. Елена с пониманием относится к сыну и терпит его выходки. Полина Аксенова, дочь Даны Борисовой, Полина удивила россиян своим поведением. Она стала причинять себе боль и даже наносила ранения острыми предметами. После таких выходок дочери Дана приняла решение отправить ее на лечение. У Полины непростая судьба, возможно, она хотела так привлечь к себе внимание. Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской. Татьяна неоднократно становилась главной персоной скандалов. Она нелицеприятно высказывалась в адрес мамы. Любовь и Татьяна не могут найти общий язык. Успенская отправляла свою дочь на лечение в Америку. Найти полное понимание друг с другом до сих пор не могут. Анна Мария, дочь Михаила Ефремова, всегда пыталась привлечь к себе внимание. Вначале это выражалось в необычном внешнем виде, но вскоре она стала заявлять, что она не мужчина и не женщина. Кроме того, она взяла себе новое имя и зовут ее теперь А.М. Тилмари. К сожалению, но Михаил не был примерным отцом. Девочка росла без родительской любви. Спасибо за ваше внимание. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал.